в соответствии с поручением главы государства начато строительство бассейнов типовых потребительских качеств. Это уже второй бассейн у нас. Открытие данного бассейна очень важно, и, наверное, не только для жителей микрорайона Шабаны, а и для всех заводчан, да и для города Минска. Я думаю, что он будет очень востребован, потому что кроме жителей микрорайона Шабаны, в непосредственной близости у нас находится наш микрорайон Сосны, жители которого тоже, я думаю, что с удовольствием будут пользоваться услугами данного учреждения. Нами была реализована комната сухого плавания, которая предназначена непосредственно для того, чтобы размяться, ну, собственно говоря, перед водными процедурами. Мы вот с вами и находимся здесь на площадке, которая в будущем будет использоваться для проведения праздничных мероприятий. Уютно, много места. Кроме этого, была реализована спортивная площадка с установкой антивандального оборудования, спортивных тренажеров и оборудования для занятий воркаутом. Строительство было произведено в кратчайшие сроки. Оно начато было в начале 2019 года и, как вы видите, закончено в октябре 2019 года. Отличительной особенностью бассейна является то, что здесь могут заниматься также люди с ограниченными возможностями. Мои эмоции, конечно, что бассейн открывается, очень хороши. Моя внучка в спортивной школе по плаванию. И она говорит: бабушка, я буду приезжать и буду здесь входить в бассейн. Так что мы очень-очень ждем этого события.